Они стоят на страже порядка дорожного движения, зорко следят за каждым его участником, напоминают о правилах, разбираются в происшествиях, спасают жизни. С 1936 года сотрудники госавтоинспекции несут свою непростую службу. Каждый день совершают маленькие подвиги. Так, уже возвращаясь со смены, инспектор дорожно-патрульной службы Максим Соловьев не проехал мимо стоящего на аварийках автомобиля. Увидел транспортное средство, стоящее на проезжей части аварийной сигнализации. Остановился и предложил помощь, так как была трасса очень оживленная. И машину нельзя было оставлять на проезжей части без присмотра. Оказывается, машина сломалась. Что делать в такой ситуации, молодая женщина, да еще с маленьким ребенком, просто не знала. Лейтенант полиции помог разобраться в ситуации, а главное, успокоил и поддержал. В профессиональный праздник, День госавтоинспекции, автолюбительница приехала поблагодарить и поздравить своего спасителя. Мы хотим поздравить с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД России и отдельно, конечно же, поздравить и поблагодарить сотрудника Одинцовского ГИБДД Максима Ивановича за то, что в трудную минуту не оставил нас на дороге, обеспечивал безопасность дорожного движения и оказывал нам всяческую поддержку. Спасибо большое, с праздником! Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».